небольшом, неизвестном нигде. Но дружны все поможем в беде. Если что-нибудь случилось, у кого-то приключилось, ничего не получилось, мы все дружно тут как тут. Скоро Рождество, а я еще не выбрала себе подарок. У тебя будет самый лучший подарок, маленькая Аделаида. Ты дочь мэра, ты этого достойна. Между прочим, самого важного и богатого господина. Ну, в общем-то, да. О, добрый вечер, господин мэр. Привет, Аделаида. Пастор, позвольте я помогу. Спасибо, господин мэр. Не ожидал, что вы станете мне помогать. Рождественская мистерия – это важная часть Рождества. Нужно, чтобы каждый внес свой вклад в нее. Она напоминает нам о смысле Рождества. Это точно. Это ведь и есть изображение истории Рождества. Смотри, Аделаида, вот Иосиф, Мария и маленький Спаситель Иисус. Да-да, это очень интересно. Пап, ну пойдем, пойдем. Да-да, милая, простите, пастор, больше ничем помочь не могу. Сегодня я принадлежу этой маленькой особе, моей дочери. Единственной дочери. Да-да, прости, милая. Рождественская газета! Рождественская газета! Господин мэр, возьмите газетку. Специальный выпуск. До Рождества осталось всего 2 дня. О, спасибо, Бригетта. Рождественские вести всегда добрые вести. Возьми, сдачи не надо. Спасибо, господин мэр. Вы уже тоже прониклись духом Рождества? Наверное, так и есть, Бригетта. Так и есть. Ну пойдем, папа. Да-да, конечно, дорогая. Уже идем. Украсим каждый дом гирляндой и шаром, развешаем венки на каждом из двери. Пусть радуется глаз, пусть светятся огни. Ах, как же любим мы рождественские дни! Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудный звон. Рождество к нам идет, праздник каждый дом. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудный звон. Рождество к нам идет, праздник в каждый дом. Тихо падает снежок, оживает городок. Приготовили сердца, чтоб прославить нам Христа. Но живет средь нас
один, невеселый господин, недоволен Рождеством, не украсит даже дом. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудесом. Рождество к нам идет, праздник каждый дом. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, льется чудесом. Рождество к нам идет, праздник каждый дом. Добрый вечер, Ханс. Наступает Рождество. Или ты не заметил? Чем быстрее наступит, тем быстрее кончится. Ханс, я не понимаю, почему ты так ненавидишь Рождество? А я не пойму, почему ты так любишь Рождество? Так что у нас ничья. А мне в нем нравится все. Зажженные свечи, праздничный стол, церковная служба. И во всем городе царит радостное рождественское настроение. А еще я люблю покупать своей семье подарки. В этом году я куплю жене теплое зимнее пальто, а у дочки список подарков длиной в целый километр. А у меня нет семьи. Так что и дарить ничего никому не надо. И вообще, тебе что, больше заняться нечем, как приходить ко мне и греться у моего камина? А вот грубить было не обязательно. Ой, поверь, это была еще не грубость. Все, уже ушел. Меня нет. А кто там еще? Газета не нужна, Ханс? У меня как раз осталась. Последняя. Ты что, не видишь, я занят? У меня нет времени на твои газеты. Слушай, в кондитерской такие замечательные пирожные. Купил бы, гостей на Рождество угостил. Бригетта, ты прекрасно знаешь, что гостей у меня не бывает. Никогда. Тем более в Рождество. Ах, Ханс, каждый год я жду, что у тебя хоть что-то изменится. И всем сердцем надеюсь, что у тебя будет веселое Рождество. Да что вам всем надо в этот день? Что надо? Разве так приветствуют мэра? О, простите, ваша честь, я... Ну да ладно, мы здесь, вообще-то, по важному делу. Да-да, господин мэр, чем могу служить? Я ищу самый лучший подарок для моей Аделаиды. Я сомневаюсь, что мы найдем его здесь. Тем не менее, мы должны изучить все возможности. Сапожник, ну-ка покажи нам свой товар. Я сожалею, господин мэр. Я давно уже не шил новую обувь. Я в основном чиню старые башмаки. Пошли, папа! Мы здесь только теряем время! Ну вот, упустил свой шанс. Потерял покупателя. А ведь у меня где-то тут был, лежал кусок красной кожи, из которой можно было бы шить башмачки. Но теперь это уже поздно. Мэр найдет другой подарок. Он вернулся. Господин мэр? А, это ты, Гретхен. И тебе добрый вечер, Ханс. Да, это всего лишь я. Но сегодня у меня к тебе дело. Представляешь... Кто-то выбросил эти замечательные башмачки. Ну и правильно. И место-то только на свалке. О,
вообще-то я надеялась, что ты сотворишь с ними чудо. Их нужно ушить и починить для моей доченьки Эльзы. Это будет ей подарок на Рождество. Да, тут даже чудо не поможет. Но, Ханс, я могу заплатить тебе. Заплатить? Ты? Чем? Чем, Гретхен? У меня есть хворост. Я берегла его для нас с Эльзой, но я отдам его тебе. Ты сможешь растопить печь на Рождество. Хворостом сыт не будешь. Пожалуйста, Ханс, я знаю, что вязанка хвороста — это небольшая плата за твою работу, но это все, что у меня есть. А Эльзе, моей Эльзе так нужны башмачки. Я надеялась, что ты проникся духом Рождества, но, видно, это не так. Духом Рождества или духом жадности? Как вы мне надоели с этими подарками. Мне вот вообще никто никогда не дарил подарков. А в Рождество тем более. Ханс, я удивляюсь тебе. Рождество — это же больше, чем подарки. Это... Что-то не похоже. Как ты не понимаешь? Подарки на Рождество — это праздничный символ великого дара Божьего. Видишь? Опять подарки. Но, Ханс, Бог даровал нам Сына Иисуса Христа. Он стал Спасителем для всего мира. Но разве это не праздник? Да, но... И тебе доброй ночи, Ханс. Ханс! Ханс! Ты кто? Чего ты хочешь? Не бойся, я принес добрую весть. Не может быть. Ты что, настоящий? Ханс, радуйся Рождеству в этом году. Нет, мне это снится. Именно в это Рождество ты получишь подарок. Да это просто смешно. Кто захочет дарить мне подарок? Да и вообще, я не люблю подарки. Этот подарок дороже всех подарков на свете. Это
подарок от Бога. Подарок от Бога? Мне? Доброе утро, Фридрих! Привет, Бригетта! Вы не знаете, где можно тут найти лучшие подарки? Я должен найти нечто особенное. Зайди в кондитерскую, прямо через дорогу. Точно! Спасибо, Бригетта! О, мистер Ханс, с наступающим Рождеством! Чем я вам могу помочь? Привет, Хелен. Мне нужен подарок. Особенный. Подарок? Давай посмотрим. Как тебе эти пирожные? А какой у них аромат! Но нет, мне нужно что-то большее. Тогда, может, торт? Лучше ты не найдешь нигде. Спасибо, но может есть что-то еще? Могу предложить этот чудесный пряничный домик. Изящный, эксклюзивная работа. Это все, конечно, прекрасно, но я ищу что-то другое. Ну, тогда могу посоветовать только сходить в лавку к Роберту. О, и правда, там я обязательно что-нибудь найду. Хорошего дня, Хелен. И тебе всего наилучшего, Ханс. Да как я сразу не додумался пойти к Роберту? Он же постоянно собирает у себя разные вещицы. Там точно я найду что-то интересное. Ну еще бы. Я же дальше мастерской не выбираюсь никуда. Добрый день, Ханс. Рад, что ты зашел. Чем могу помочь? Мне нужен самый лучший подарок в твоем магазине. Как тебе эта картина? Ну, нет. Она, конечно же, хороша. Но мне нужно что-то другое. Ну, обрати внимание на эту скульптуру. Как она изящна. Настоящий ангел. Нет. О, а я, кажется, его уже где-то видел. У тебя нет чего-то такого
особенного, захватывающего. Я, кажется, знаю, что тебе нужно. Минуточку. Это коробка? Взгляни. Она великолепна. Папа, смотри! Господин мэр, Аделаида, рад вас видеть. Что там такое? Да, это... Это же мой подарок на Рождество! Папа, я хочу эту шкатулку! Постойте! Я собрался ее купить! Роберт, возьми все мои деньги! Сколько бы там ни было, я заплачу больше. Но... постойте! Ну уж прости, Ханс. Ой, спасибо, папа! Не расстраивайся, Ханс. Может, ты какую-нибудь из этих купишь? Да ты не понимаешь, Роберт. Мне нужно самое лучшее. Эх, пойду искать дальше. Ой, Гретхен. Прости, позволь помочь. Спасибо. Ханс? С Рождеством тебя. И тебя с Рождеством. Что это с ним? Как-то он изменился. Что это Ханс там делает? Да ничего необычного. Все знают, что он не любит Рождество и не выходит в сочельник. О нет, в этот раз все по-другому. Он точно к чему-то готовится. А может быть, он готовит подарок? 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 Соберу-ка материалы. Колокольчики найду, чтобы весело звучали, на сапожки помещу. Ах, сегодня настроение у меня прекрасное. Применяю все уменье, шью сапожки красные. Будет красочный подарок, будет в доме торжество. Подготовка вся в разгаре, наступает Рождество. Вот не думал, не гадал я, что подарок получу. Сердце стало мое таить, не такой уж я ворчу. Наконец-то. Готово. Да они даже лучше, чем я ожидал. Поставлю их здесь. Хочу, чтобы все видели этот подарок. Пропустите, мэра. Что происходит? О, какие красивые сапожки. Папа,
вот что я хочу на Рождество! Эти красные сапожки! Дорогая, но ты же уже выбрала подарок. Ну и что? Аделаида, тебе не кажется, что они тебе не по размеру? Ну и пусть, а я все равно их хочу. Будут для моей куклы новые сапожки. Конечно, дорогая, сейчас они будут твои. Сапожник! Чем могу служить вам, сочельник, господин мэр? Да ты хитрец! Еще вчера говорил мне, что давно не шьешь новую обувь. А ведь знал, что во всем городе не найти лучшего подарка. И теперь, в сочельник, ты повысишь цену на них. Я готов купить. Итак, сколько ты за них хочешь? О, господин мэр, я очень сожалею. Но я не собираюсь их продавать. Это подарок. Ну, папа, сделай что-нибудь! Конечно, подарок. Подарок для Аделаиды. Ну, сколько? Нет, они не продаются. Ни за какие деньги. Что? Ты мне перечишь? Я не продам их. При всем моем уважении. Но мы еще поговорим. Жадный сапожник. Где манеры нынче, права никакой на них управы. Я дарю им процветание, а в ответ одно ворчанье. Что будет? Что будет? Разгневали меня. Что будет? Как дальше? Я прав везде всегда. Не привык таким отказам, все всегда как по указу подают и не перечат, ведь так жить намного легче. Что будет? Что будет? Разгневали меня. Что будет? Как дальше? Я прав везде всегда. Но я все так не оставлю, ситуацию исправлю. Не продашь, коли Ханс, ботинки, я сотру тебя в песчинки. Что будет? Что будет? Разгневали меня. Что будет? Как дальше? Я прав везде всегда. Может, это... А, это ты, Фридрих. Рад тебя видеть, Ханс. Я принес тебе подарок. О, спасибо. Да ты замерз. Заходи ко мне. Погрейся у камина. Слушай, я тут был с тобой грубоват. Извини, я не хотел. Ну и ну. Ты и правда почувствовал Рождество? Я тут вообще жду кое-кого. Ханс, с Рождеством! Я принесла тебе подарок. Рождественская газета. Завтра тебе не надо будет идти за ней в такой холод. Ты же теперь читаешь газеты? О, большое спасибо тебе, Бригетта. А чем это у тебя так вкусно пахнет? Это рождественский ужин. Я сам его приготовил. Входи, присоединяйся. Садитесь, будьте моими гостями. А ты сам-то куда? Иди к нам, Ханс. Я приду. Еще рано. Я жду особенного гостя. Гостя? Особенного? Кого? О, а вот и он. Вот вы сейчас удивитесь. О, господин мэр, это вы. Простите, я просто ждал... Ханс, с Рождеством тебя. Я принес тебе подарок. Господин мэр, спасибо. Ну, я, в общем, тут... Да нечего объяснять.
Это ты извини меня, Ханс. Я знаю, Аделаида избалованный ребенок, но она моя единственная дочь. Я рассердился на тебя, но Рождество... Это такой праздник, разве можно держать в сердце зло и обиду? Все хорошо, дружище. Спасибо. Господин мэр, проходите, присоединяйтесь к нам. Спасибо. От угощения не откажусь. А ты сядешь с нами? Спасибо за вкусный ужин, Ханс. Давно не ел ничего подобного. О да, и я благодарю тебя. Я как раз не успел ничего приготовить. Ханс, все было отменно. Но мне нужно спешить. Я так рад, что вы пришли. Счастливого Рождества! Наверное, я где-то пропустил свой подарок. Эх. А, опять ты? Снова будешь рассказывать свои сказки? Не получила своего подарка? Я все приготовил. Украсил дом. Зажарил гуся. Шил башмачки. И ничего! Позволь объяснить, Ханс. Дарить подарки на Рождество – это хороший обычай. Но истинный смысл Рождества – это Сын Божий, родившийся в эту ночь. Но ведь это было так давно! Какое это имеет ко мне отношение? Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Пойдем со мной. Смотри, что ты видишь? Младенец. Спаситель. Для тебя. Для твоей души. Я столько раз проходил мимо этой мистерии и никогда не видел ее. Конечно, Спаситель, который пришел на землю младенцем. Теперь-то я понял. Вот это и есть настоящий подарок для всех. И для меня. Я уже чувствую, как мое сердце наполняется любовью, радостью и надеждой. Спасибо, Бог. О, Эльза, моя бедная девочка. Да ты снимай уже этот башмак. Папа, вот мой подарок, мои красные башмачки. Куда он их несет? Аделаида, тише. Здравствуй, крошка. Это твой рождественский подарок. Мой подарок? Правда? Конечно, детка.
я получил такой подарок от Бога, что это самое меньшее, чем я могу его отблагодарить. Сделать приятное тебе, малышка. Надевай скорее. О, слава Богу! Спасибо тебе большое, Ханс! С Рождеством тебя! Ну, папа! В этом-то и заключается Рождество. Люди дарят подарки друг другу, потому что Бог в этот вечер одарил их. И в наших сердцах великая благодарность и любовь. Правда? Я не знала. С Рождеством тебя, Эльза. Это тоже мне? Спасибо. Мне еще никогда не дарили столько подарков. Как приятно дарить. Это даже лучше, чем получать. На Рождество, укрывая землю так, чтоб было ей тепло, украшая белым цветом все вокруг, и рождественских мелодий слышен звук. Говорят, что в эту ночь сбываются мечты. Если ты увидишь свет таинственной звезды, что зажглась над Вифлеемом навсегда, на экране белом-белом отразились небеса. Светится.